Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас улетная реакция из Америки, часть вторая. Всем приятного просмотра. Ну чё, добро пожаловать в нашу банду. Как насчет нового видосика? В общем, у меня столько всего вам рассказать, что я даже не знаю, с чего мне начать. В прошлый раз я делал реакцию на Димаша, на песню SOS. Это был полный отрыв башки. Он просто вынес мне мозг. В хламендру. Если вы не смотрели, пожалуйста, посмотрите. Ну а потом пошло-поехало. Потому что как только я опубликовал этот видос... В общем, Басталда, все строчили комменты типа... Да ты еще даже толком ничего не видел. Это был просто разогревчик. Он показал только 2% своих возможностей. Это только начало. И я такой типа, да садите ходули. Во-первых, я знаю, что у него есть еще выступление. Но вы что, реально? Я про 2% его возможностей. Про 13 языков, на которых он поет. То, что у него и мама, и папа супермены. Короче, я почитал комменты. Этот парень же просто бешеный. Короче, расклад такой. Я хочу посмотреть все эти запросики, которые вы мне накатали. Но самый-самый популярный запрос был на песню «Грешная страсть». Вот вам коммент. Тут целый списочек из того, что я должен посмотреть. Тут вам и грешная страсть, и любовь, похожая на сон, странник, тоси-боси. В общем, я буду идти по этому списку. Сейчас мы посмотрим грешную страсть. Так что ехала. Сразу же после интро. Ловите! Так, чё там? Все вы знаете, что нужно делать перед просмотром видоса. Втыкаем лайк, как это сделал я. И, конечно же, подпишитесь. Я еще тогда подписался. Какой вообще разговор? Вы тоже подпишитесь. А теперь все, смотрим видосик. Сейчас на сцену выйдет представитель... Вроде я его где-то видел. У него очень знакомое лицо. И гордится своими талантами. Сейчас... На сцену выйдет представитель уже нового поколения казахстанских новое звезд. Новое поколение, значит? Парень, раньше нас, друзья, с вами понял. Так, ему же 26? Верно же? Где больше зрителей, поехал в Китай. Поехал он в Китай. И, между прочим, там, внимание, победил в проекте «Голос». Он победил. В Китае человека... Ну это ж наш паря. Человек из Казахстана победил. С хитом А-студио «Грешная песня... любовь». Впервые грешная на новой страсть. Волне. Прорыв года. Димаш Кудайбергенов. С песней «Грешная». А тут стоямба. Димаш Кудайбергенов. Димаш! 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 Вот и оно. Вот она. Наконец-то. Димаш! Димаш! Впервые на новой волне. Я все ждал этот года. Момент. Димаш, Димаш! Кудайбергенов. Вот только как вы произносите его фамилию? Прорыв года. Димаш Кудайбергенов. Кудайбергенов! Кудайбергенов! Кажется, получилось. Хотя хрен там. Кудайбергенов! Можно еще разочек, пожалуйста? Прорыв года. Димаш Кудайбергенов! Кудайбергенов! Вы видели, я пытался. Димаш! Димаш! Давай, братик, жги. Давай. Я готов. Хотя черта с два. Как из лунного сна. Ой, бой, это было круто. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. У него очаровательнейшая прическа. Я бы тоже хотел себе такую притчу, но у меня эти косички в ресничку. У него они идут как-то вверх, а потом вниз. У него четкий видон. Лимни долгие лили. Были ночи без сна. Есть такое, брат. Но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна.
одна. Мне это нравится. А слова какие? Слова мощные. Вы вроде еще писали, что он пишет эти песни. Он очень такой поэтичный, потому что эти слова, они такие, блиндер, я не знаю, такие трогательные, что ли. Потому что он на одной волне со своей аудиторией. Сто пудов, каждый из вас это чувствует. Это ж с ума сойти. Очень-преочень поэтично. Ё-моё, это было классно. И вокруг тишина. Пой, братик, пой. Треугольник, ёпта. Извини, мужик, играй на своем треугольнике. Все эти 5 секунд твои. Забыты звуки, руки, лица не нужна. Ёлы-палы, это было сильно, прям сильно. Я напьюсь, и только ты можешь вернуть меня обратно к реальности. Это было глубоко, подумайте об этом. Это было прям глубоко, типа только с тобой. Я вновь могу обрести себя. А ведь люди же пьют, чтобы вновь найти себя. Это было сильно. Было мощно. Прям мощняцки. Так. Вот здесь. Прям мощь. Я с тобой, бро. Я понимаю, о чем ты. Какого пресвятого? Да как так? Как ты так, бро? Что это за рака макафо? Как ты достаешь эти ноты? Как ты берешь эти ноты? Это же какой-то звездец. Как ты берешь? Как ты достаешь эти ноты? Это же даже уже не нота. И даже если это все-таки нота, то как человек вообще может такое выдать? Это же какие-то непостижимые вещи. Я не догоняю. Но вот Димаш понимает это, а нам это не дано. Он как будто бы прошел через что-то.
Чтобы понять этот новый уровень логики, который нам не дано познать, я честно не понимаю, как человеческое тело с помощью просто голоса. Да тут хоть одно место порви, фиг достанешь до вот этой ноты. Это же невозможно. А вот хренушки всем нам. Приходит вот этот паря и говорит: «Я вам ща покажу Кузькину мать и даже Люськиного отца». Меня так мурашит от него. Я тоже похлопаю. Слушайте, он что, делает маникюр? У него такие чистенькие ногти. Они прям в хлам отполированы. У него там под ногтями не пылиночки. Не то, что у меня. А у меня есть немного. Но у него все так чистенько. Походу, он делает маник. Делай красиво. Давай. Я слушаю тебя. Почему они все такие невозмутимые, даже если слышали это прежде? Просто посмотрите на них. Они все на чиле. На расслабоне. Хорошо, что я не в зале. Я бы падал в обмороки до тех пор, пока бы меня не выпнули оттуда к черту. Потому что я не такой. Я не из этого мира. Точнее, я из этого мира, но мысленно я где-то в другом мире. Потому что мне было бы пофиг. Я бы встал. Я бы встал после такого. Я бы встал, черт возьми. Почему вы все такие мертвые? Смотрите на них. Они все сидят. Они все просто сидят. Я бы не смог. Я бы так не смог. Не смог бы и все. Я бы не смог. Я вам говорил, что я бы не смог. Так вот, я бы не смог. Я бы не смог. Давай, паря. Вибрато! Вибрато! Ходят легенды, что вот этот вот гитарист до сих пор думает, как же он взял все эти ноты. Он же понимает, что это безумие. Внутри он сходит с ума, но пытается сдержать себя. Он держит это в себе. Чокнуться можно. Смотрите на него. Опа-на! Он завязал с треугольниками. Я за тобой слежу. На! 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 Вставайте! Good morning! Stand up! Вы что там, спите что ли? Подъем! Нам, пожалуйста, все розы. Тащите сюда все цветы. А ну-ка встань, играть вашу. Да что с вами не так? Походу, они не понимают, какой талант выступал перед ними. Давайте нам всего. Давайте нам всего-всего. Да побольше. Видел бы эту картину Басков сейчас. Он такой настоящий. Боюсь, у Коли был бы сердечный приступ. У какого-то Коли был бы сердечный приступ. Видел бы эту картину Басков сейчас. Боже. Боюсь, у Коли был бы сердечный приступ. Димаш Кудайбергенов, аплодисменты! Спасибо большое. Oh my God! С вашего позволения, я хотел бы сказать пару слов и выразить свою благодарность. Так. И чё там? Кто там? Выразить огромную благодарность группе Асуди и Пайгали Ага. Да,
Мне за нравится. За то, что вдохновляете нашу молодежь. Мне это по душе. И за то, что воспитываете правильное музыкальное направление. Счастья вам! Приезжайте в Казахстан! Мы вас любим очень! Димаш Кудайбергенов! Это было сильно. Это было сильно. Вот так сказано. Спасибо! Димаш! На сцену приглашаются профессиональные сочинские носильщики, чтобы унести цветы Димаша Кудайбергенова. Мне понравилось. Yes! Oh my god! Oh my god, bro! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Я не знаю, хотя знаю. Короче, слушайте. Вы были правы. Вы были абсолютно правы. Послушайте, я должен быть честным. Я должен быть честным с вами. Первый раз было круто, но вы были правы. У меня аж камера барахлит. На этот раз еще лучше. На этот раз? Я не знаю. Но на этот раз я больше ушел в это. Я больше погрузился в это. И вообще, видно, что он хороший человек. Как он сказал эти слова и поблагодарил всех на сцене. Считается? У него все ноты идеальные. Я не слышал ни малейшего. Ни малейшего. Ляпсуса. У него в голосе, когда он делал эти штуки-дрюки. Паря реально может петь. И теперь мы знаем, как его зовут. Это было поразительное выступление. Спасибо всем вам, что вы были со мной. Я до сих пор никак не могу дотукать. Как ты берешь все эти ноты? Всем спасибо за внимание. У Кёртиса, конечно, своеобразные реакции. Но если вы хотите, чтобы я переводил его дальше, то покажите это активом, просмотрами, комментами, лайками. Всех люблю, всех обнял. Пока!